Так, всех приветствую, возвращаем на канал рубрику видеообзоров. Давненько не было ничего такого, а на самом деле интересным поделиться есть чем. Приобрел для подарка вот такой фонарь, так называемый кемпинговый фонарь, а также для туристов, удобный для автомобилистов и на определенных работах, в гараже, на даче. В общем, сфера его применения на самом деле очень широкая. И буду по ходу дела сейчас рассказывать, так сказать, и плюсы, и минусы, потому что и они, в принципе, есть, и одни, и вторые. Скажу сразу, я, например, увидел их, что они доступны к продаже в моем городе примерно по той же цене, что и на AliExpress. Однако, у них есть некоторые нюансы. Во-первых, встроенный аккумулятор. У некоторых, вот, допустим, я брал со встроенным аккумулятором, у других открывается и ставятся там батарейки. То есть есть у этих фонарей несколько моделей, несколько отличий. Конкретно у этой модели, на которой я делаю обзор, хотя на Алиэкспрессе она так не подписана, но приходит вот в такой коробке 5720T, да? Или они подписывают его как фонарь для кемпинга, походный, 3 в одном. На Алиэкспрессе он есть за 6-7 долларов. Будьте осторожны, есть и за 8, и за 10, и больше. Я думаю, что там тот же самый фонарь, просто у продавцов завышена цена. Также под акции часто цена опускается, или, получив купоны, можно приобрести даже за 4-5, как я понял из комментариев. Значит, он приходит в коробке, вот в такой. Здесь особо никакой инструкции как таковой нет. Небольшой кабелечек для зарядки. Вот такой не очень как бы качественный, как я бы сказал, но в общем-то он не очень часто может пригождаться. Значит, давайте посмотрим, собственно, сам фонарь. Вот так вот он выглядит. Легкий. Это, конечно, преимущество в походах, так как не будет немного веса занимать. Да, собственно, в сложенном виде это выглядит вот так. То есть легкий. Минус сразу в том, что за счет того, что он легкий, пластмасса его довольно тонкая. То есть многие в отзывах демонстрируют фотографии, что он уже приходит побитый, разбитый. Часто вот эта вот часть у людей бьется при доставке, от ударов коробка мнется, деформируется и бьется фонарь. У некоторых отваливается часть с батарейным отсеком и солнечной батареей. Мне пришли оба от разных продавцов, как вы видите, целые. Я всегда при заказе прошу продавцов хорошо упаковать. Не знаю, действует это или нет. Пришел просто в пупырчатой пленке, пузырчатой и в коробочке. Значит, здесь мы видим панель солнечных батарей. Она работает, причем если подставить к лампочке или посветить сюда ярким фонарем, здесь загорается лампочка, что идет зарядка. Как и сколько он заряжается от солнечного света, я не знаю. Информации об этом я не нашел. От розетки указывается, что заряжается 2-3 часа, и что хватать его должно на 5-8 часов света. Значит, сразу скажу один момент. Когда он мне пришел, я не мог понять, как его включить. Нажимаю, не нажимается, кручу, не скручивается. А тут такая штучка, ее подковырнул, и открывается такая крышечка. Это защита от нажатий, например, в рюкзаке, да? Но, в принципе, ее можно потерять довольно быстро. Или это просто при транспортировке такая. Значит, ну вот давайте посмотрим, как светит. Светит очень ярко. Это сейчас еще камера смартфона у меня зафиксирована экспозиция. Светит очень ярко. Ну, смотря с чем сравнивать, да? Для повседневной жизни светит очень хорошо. Для рыбалки пригодится. Свет интересный. Вот смотрите, сейчас я покажу, скорректирую экспозицию. То есть впереди идет такое как бы светлое пятно. Вдали кружочка нету, как здесь сейчас видно. Вдали получается светлое пятно и еще рассеянный свет по бокам. Но это же еще не все. Теперь смотрим вторую его функцию. Вот так выдвигаем и включается свет. Поднимаем вот эти штучки. Его можно подвесить в палатке, на дереве, на капоте автомобиля при ремонте или еще где-то. То есть довольно-таки удобно. Это несколько вариантов его использования. Потом еще у нас же здесь есть вот эта ручечка. То есть если мы
Его включили. Можно, во-первых, вот так взять его, да, в руки. То есть можно вот так держать, можно взять. Во-вторых, его тоже за вот за эту часть можно на что-то подвесить. На ветку, на штатив. Опять же, на палатку. То есть за эту часть его довольно удобно можно подвесить. Вот эти вот части, они металлические. То есть сталь, я так понимаю. Что здесь еще такого интересного? Ну вот, собственно, основное. Стоит довольно-таки уверенно. То есть если мы вот так открываем, вот, то стоит довольно уверенно. Нам очень понравился. То есть мы один заказали на подарок. Сын в восторге был, когда мы увидели, так сказать, и заказали себе второй. В работе сколько он протянет, я точно не знаю. По отзывам я такой информации не нашел, чтобы сказать, что он, допустим, быстро сломается. Здесь похоже на стекло. Дальше видите, светодиод и отражатель. Вот такой фонарь, довольно интересный. Конечно, вы всегда относитесь к покупкам на Алиэкспрессе, обзорам в интернете с пониманием того, что я вам демонстрирую, да, я не рекламирую, я делюсь опытом, нам очень понравилось. В продаже здесь у себя в городе я такое не видел, потом уже в интернете нашел, что оно есть, то есть нераспространенная модель. Вот, так что, если кому-то будет интересно, заинтересует, обратите внимание, да. Как мне кажется, очень интересный, удобный, как подарок, вообще классная штука. Вот. Ну что ж, спасибо за внимание. У меня на канале есть плейлист с обзорами, и ссылочки будут в описании на интересные разные штуки. Так что удачных всем покупок, всего хорошего и до новых встреч!